Со дня трагедии уже прошло 20 лет. Спустя время, о той страшной ночи можно только вспоминать, когда город Нефтегорск за считанные секунды исчез с лица земли. В Нефтегорск мы прибыли практически в конце суток, то есть через 23 часа после трагедии. И, конечно, то, что мы с вертолета увидели, это нас обескуражило и повергло, так сказать, в смятение, потому что картина таких разрушений просто невероятная была. Практически из пятиэтажных ни одного дома не было там. Это руины сплошные, которые напоминали могильные холмы. У нас у всех одна обязанность – спасти как можно больше людей. В первое время достаточно много народу было на поверхности, зажатыми. То есть их было частично видно, а потом был введен так называемая там, минута тишины. Это когда примерно минут на 5 останавливают всю технику, все замирает, и только голосом подается команда «Есть кто живой?». Вот. И все прислушиваются. Меня очень удивил такой момент. Девочку мы доставали, вот. Но я с ней разговариваю, потому что голос я слышу, а где невозможно понять. Вот. Ну и я ей задаю вопросы разные. Вот. И говорю: «А как ты, говорю, находишься?» Она говорит: «Не знаю, то ли я на диване, то ли диван на мне». Когда мы ее достали, она смотрела на родной город, и лет 12, наверное, было. У нее был такой шок в глазах. Двое мальчишек провалились в магазин на этажом ниже. Ну и так получилось, что вокруг конфеты, там соки, а их, по-моему, день на третий или даже на четвертый достали. Первое, что они спросили: «А мы там кушали, нас за это накажут». По оценке ЮНЕСКО, как раз в том году, организация операции Нефтегорской была признана лучшей в мире. Награждали всех. Вот, в нашем отряде наградили двух человек медалью за спасение погибавших.